26 апреля. Обладатель премии «Гонконг Film Awards» с номинацией «Лучший актер» Джет Ли родился 26 апреля 1963 года. В киноиндустрию его пригласили в 18 лет. На экраны он попал благодаря своим эффектным достижениям в спорте. На соревнованиях по ушу его заметили режиссеры и предложили сниматься, обещая сделать из него второго Брюса Ли. Приобретя большую популярность в Азии, Европе и Америке, Джет Ли дебютировал в Голливуде, снявшись в блокбастере «Смертельное оружие 4». Далее последовала целая серия успешных лент «Ромео должен умереть», «Поцелуй дракона», «Герой», «Бесстрашный», «Война». Также Джет Ли снялся в драме «Океан небес», где нет ни одной сцены с демонстрацией боевых искусств. Представитель эмпиризма и агностицизма, предшественник позитивизма, один из крупнейших деятелей шотландского просвещения, Дэвид Юм, тоже родился 26 апреля. Начал философскую деятельность в 1739 году, опубликовав первые две части трактата о человеческой природе. Первая часть была посвящена человеческому познанию. Потом он доработал эти идеи и опубликовал в отдельной книге «Исследование о человеческом познании». Юм написал множество работ на разные темы, в том числе историю Англии в 8 томах.